результат. Мне кажется, сам вы неправильно ставите сам вопрос. Референдум, он всегда предусматривает то, что люди, не представленные в парламенте, недовольные партиями, они что-то предлагают. Понятно, это никогда не будет инициатива там, будущего страны, как нам переделать Латвию, как нам сделать ее хорошей, процветающей. Нет. Если люди недовольны, как работают партии, в том числе ваша, как правящая партия, они предлагают распустить Сейм, они предлагают ввести второй государственный язык. Это референдум, это всегда некоторый протест. Да. Если законодатель работает хорошо, то референдумы не нужны. Поэтому первый ваш аргумент, он не верен. Нету никак... У вас проблема только в том, что неприятно, что происходил референдум по русскому языку. Поэтому в Конституционный суд ваша партия подавала заявление, там не получилось. Сейчас там на спецслужбы какие-то наезды. Почему спецслужбы не разобрались с Линдерманом? Дальше следующий вариант. Давайте поменяем эти усложним референдумы. Действительно, господин Юдин, я понимаю, что у вас еще нет конкретного законопроекта, конкретных предложений, но почему у вас такие дискуссии не начинались, почему в Единстве или в Новом Времени такие дискуссии не начинались после